Я приехала. Soul Quest, Аяхуаска, Church of Mother Earth. Пойдем, я, наверное, уже опоздала. Они в 3 часа закрываются, но у меня еще есть несколько минуточек. Птички поют. Я постучала в дверь. Там написано, пожалуйста, не приходите, если вы не были вызваны. Я постучала, позвонила, никто не отвечает. Сейчас я посмотрю, что для этого надо сделать. И в следующий раз позвоню и приеду. Короче, вон какие-то тенты, что-то. Интересно, тут действительно происходят эти аяхуаски. Вот тут, по всей видимости, люди живут, потому что я видела несколько таких домиков. Вон их сколько. За каждый домик я должна заплатить, я так понимаю, $1000. А вот эти тенты для чего? Ни одной живой души, никого ничего не спросить, ни с кем не поговорить. Короче, видимо, вот тут происходят все эти процедуры. Вот тут стоят эти горелки, чтобы согреть людей. Вот они, газовые горелки. Туалеты стоят. Ладно, пошли тогда отсюда. Вот туда везде протянуты шнуры электрические. Видимо, там тоже в лесу что-то происходит. Сейчас я, может быть, кого-то встречу. Ленточки вот висят на дереве для какой-то цели. Вот большой какой-то шатер стоит. Короче, никто не вышел мне навстречу. И вот, видимо, вот эти вот домики вам сдают с тем, чтобы вы здесь жили, как бы там, если, наверное, несколько дней происходит церемония. Там тоже какие-то домики разрисованы. Кто-то в этом шатре живет, там прям кондиционер стоит. Ни души. Горит свет, вообще ни души и никого. Видимо, оттуда выходят коврики, вот тут тоже. И вон, по всей видимости, там тоже сидят люди иногда. Там стульчики стоят какие-то. Интересно, что же это такое? Как, короче говоря, вот такая вот интересная штука. Пошли отсюда. А как же созвониться? Вот тут тоже везде коврики лежат. Красивое место, конечно. Вот тут, видимо, вот тоже, что происходят какие-то действия. Welcome to Soul Quest. Please pull into the back. То есть проедь туда. Но я не приехала, я прошлась. Все гости и волонтеры должны пройти COVID-скрининг. Спасибо. Ну, спасибо, так спасибо. И за спасибо, так и за спасибо. Что тут написано? Тут написано на арабском, что ли. Ладно, уезжаю я. Не хотите мне открывать, я уезжаю. Это шаман. Ayahuasca is a very powerful entheogen. Короче говоря, я зашла на сайт, все-таки почитала. А значит, следующая сессия состоится 19-21 февраля. Все это стоит по $1000 и выше. Если у вас шизофрения, биполярное расстройство или эпилепсия, вам этого противопоказано. Церемония с 19 по 21 февраля полностью выкуплена, мест нет. Это имена шаманов и людей, которые будут находиться рядом с вами, врачи и так далее и тому подобное.